И здравствуй, YouTube! С вами Зиг Захаш, и вы смотрите очередную нарезочку стрима. В этот раз нарезочка со стрима под номером 8. Арахантин. Ну, такая хорошая броня. Сколько у меня арахантина? 37. Вопрос решен. Не будем раздражать ведьмочек своим звоном. Не получится им нам кличку дать. Неприличную. Положим мы свой арахантин на место. Ачивка, challenge complete, invincible. В смысле, что значит неуязвимый? Resistance. Я выгляжу, правда, как какой-то клоун. Как Магнето. Или как его там звали, из Людей X. Я не очень люблю вселенную Людей X, поэтому я не знаю, как его зовут. Но вы поняли, я думаю, о ком я. Зигазвон. Да, он. Так, и меч какой-нибудь. А то мой сейчас вот-вот сломается. У меня, конечно, есть здесь запасная... Блин, вот опять у меня здесь всякая... Дрянь лежит. Мечи. 6,5. 6. 6,5. 1,6. Ух ты, ё-моё. Такой же. Обалдеть. Сорд. Еще можем сделать себе сорд. Спектральный. Это мы все будем... Хотя, в принципе, мне же сейчас меч нужен только для того, чтобы туда зайти, да? Эмеральдик 9,5. Ни хрена себе, но это... А, это всего... Ребята, я нашел себе меч. У меня в каком-то из сундуков, по-моему, в Actual Editions как раз, были вот эти вот эмеральды переделанные, которые, в принципе, не сильно нужны. Вот. Но они, тем не менее, есть. Поэтому себе сделаем сейчас вот такой вот мечик, и все. О, 9,5 атаки. По-моему, неплохо совсем. А этот положим... А я его сейчас повешу к носкам. Виси, мечик, сушись. Кстати, надо бы с собой еще взять этих самых топоров, потому что там придется нам с вами же буквально сначала выживать, да? А погодите, а мои топоры-то там будут работать вообще? То есть возьму-ка я себе на всякий случай еще кирку и топору. Вот сюда положу. Дурацкий каменный меч, на какой хрен ты мне нужен? Все. Кровать сделаем, соответственно, на месте. Там же можно сделать будет кровать? Я же со своей кроватью туда не попаду, наверное. Вот такую же кровать. Из мха. Для этого нужен будет мох. И доски. Нормально, сойдет. Вот, так что... Опыт слить. Ой, 30... откуда у меня 37 уровней опыта? Ну, не столько же. Ну, пойдемте сольем опыт. Что-то я даже не обратил внимания, что у меня так до хрена опыта-то. Пысь. Пойдемте искать болотную... А, что искать-то? Пойдемте лететь искать. Летать искать. Дурацкий промежуточный этаж. Надо что-нибудь с ним придумать. Это что такое, блин? Окна. Кстати, надо бы автопилот сделать, для того, чтобы можно было не нажимать вперед. О, кружок! Здравствуй, мой кружок, дружок. Давайте приземлимся рядом. Так. Не глушим двигатель. Чтобы в случае чего мы могли отсюда свалить. А, по-моему, здесь кто-то был. Нет, здесь никого не было, потому что я вижу дурацкого друида. Дурацкий друид. Ты чё такой телепортирующийся-то? Друид-телепортатор. Так, одна кусачка. Кусочка. Ты ёшкин ты матрёшкин. А ну не телепортироваться. Да сейчас. Разбежался одноглазый. Не понял, где кусочек мой? Давай кусочек. Даешь куски! Куски! Друид. Включено кольцо. Ох ты, ё. Друид, инфернал. Что там в тебе? Торнс, черт. Это я так могу успешно сам себя здесь сейчас об него убить. Надо было взять что-нибудь полечиться. Ура, убили. Ура, он дал кусок.
и Protection 2. Блин, мне бы поесть бы. Я с собой еды вообще никакой не взял. Мне нужно еще два. Друид, ты где? Вот он. Да что ж ты меня подкидываешь-то? Подкидывает он. Подкидыватель, блин, нашелся. Подкидыш! Ну? Еще нужны друиды! По-моему, я что-то себе сломал. Я кровушкой истекаю. Дурацкий друид, ты мне что-то сломал. У меня с собой даже бандажа же нету. Даже бандажа же. Ладно, мне по сути надо здесь сейчас закончить с друидами, потому что портал-то будем себе строить, естественно, не здесь. И, конечно же, по закону всемирного свинства здесь должен был оказаться еще один инфернал. Да чтоб тебя, телепортирующийся инфернал. Где ты? Где ты? Ну где ты, тварь? Нет, он телепортировался куда-то. Он ушел в свое измерение. Лечиться. Но он сам-то придет или как? Я слышу, как он ходит. Потому что я стою, или вот коза ходит какая-то. Подкидал, да-да. Где? Ну, блин, ну что мне здесь теперь? Поспать, что ли? Пикник здесь себе устроить? Шашлыки пожарить? Что? Вылезает. Вот из гардероба показалось. Шо? А что? Да ничего, желтые рубашки. Вампирик. Так, отлично, еще один кусок остался. Бзык, бзык, бзык. Еще один друидище нужен. Друидище упыринушка. А ты что на дерево залез? Положь меня на место. О, отлично. Так, и... Блин, горевый. Видимо, нельзя вынимать из инвентаря их, потому что иначе падает всякая фигня, которая у меня уже есть. Нет, зачем? Спаунера я убирать не буду. Вдруг кто-нибудь здесь еще будет с ними драться, для того, чтобы получить себе свой. Да что это им не дадут покоя? Убиваем, ничего страшного. Ох ты, ё, вот это... Ау, это больно. Дал? Не дал. Тварь. Блин, а здесь сейчас весь истеку кровью. Приди ко мне. Уйди от меня. Конечно, спины. Потому что вот так вот он любит очень делать. А ты откуда здесь взялся? Двое, что ли, вылезло? Ты долбанутый, что ли, совсем? Взял, долбанулся. Блин, горевый. Он иногда превращается в инферналем, в инфернутого. Пойдем отсюда быстрее, если получится. Отстань от меня. Да я... Зараза этакая. Так, 28 метров. Это до икса. Теперь здесь все до икса. А вот здесь должна быть могилка. Ать? Блин, слезла спид, спид слезла. Ты убил мой спид. Ужасно звучит. Дурацкий друид. И даже не дал ни хрена. И я, к сожалению, излечился. Арг. Жаль. Прикольный был эффект. Ладно, чего, продолжаем убивать друидов. Че это было, блин? Слушайте, а может я что-то не понимаю? Может здесь что-то нажать надо? Или этот алтарь уже больше не может? Потому что его кто-то воспользовал. Я что-то положил все необходимые ингредиенты? Или все-таки... Просто здесь нарисованы разные, видите? Они меняются. Да вроде тыкал. Вот такая вот... А, погодите, у меня же есть 5. Я просто положил, видимо, не те. Во! Все! Колдунство случается!
Я мстю, и мстя моя ужасна. Ключик! Отдайся. Все. Я тут даже оставлю один вот этот вот, если кому-то нужно. Пойдемте, где мой дирижабель? Точку смерти можно убрать. Че там? Эй, не ешьте мой дирижабель только. Слушайте, а где мой дирижабель? Вон он. Пульк? Куда? Так. Мне нужен саплинг. Где у нас могут быть саплинги? Вот. Давайте дубовый сделаем. В смысле, а как из него сделать? А, нужен dirt bucket. Dirt bucket — это dirt и bucket. Потрясающе. Bucket и dirt. Земля. Земля, ведро. Земля в ведре. Ведро земли, саплинг. А как мне теперь, блин, из ведра земли? Эй! Ну, я себе сделал теперь вечную превращалду, да? Круто. Куда бы теперь ее деть нахрен? Пойдемте где-нибудь вот здесь делать дерево. Вместо стеклянной фигни, а может быть внутри стеклянной фигни? Не знаю, она четная же, я надеюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, раз. Эй. Бум. Not enough space, черт. Ладно. Ну, блин, мне что, теперь убирать стеклянную фигню? Нет, мы ее потом лучше уберем за кадром. Это неинтересно будет. Смотрите, я ее убираю. Здесь встанешь? Бум. Дерево! А выйти отсюда могу или сразу в битвин? Могу. Ура. Дерево. Входим. Там-там-там-тарадам-там-там-тарадам-там-там-тарадам. Wilderness. А, и да, здесь у нас с вами будут вот эти вот ошибки из Better Foliage, надо бы их, наверное, отключить, потому что в Between Land'е немножко по-другому делается рендер сам по себе весь. В связи с этим здесь не работает Better Foliage. Так, что у нас с вами случилось? Еда превратилась в какашку, во-первых. У меня есть семечки томатов, но я боюсь, что они здесь расти не будут. Какашку съесть можно, но я думаю, что ничего хорошего не будет. Давайте съедим какашку, что будет? Зачем я себе в рюкзак какашку положил? Какашка? Черт! Я отравился. You are what you eat. Ну, блин, poison 2, hunger 2. Зато well fed. Прикольно покушали. Чё-то я здесь уже набрал. Так, я так понимаю, что, во-первых, поставить нужно точку входа. Я в итоге себе сюда сделаю дверь, но, возможно, куда-нибудь не в это место конкретно. И мне нужно, я так понял, что начать рубить деревья, да? Могу я рубить деревья? Что это за страшные звуки? Это неправильные деревья, да? Я это зря рублю? Ну, может, конечно, и гриб, но а что ж теперь, его рубить нельзя? Так, а как мне пробираться через воду? Слушайте, я могу сюда принести кабл. Да пофигу, что там в воде страшное, у меня есть дерево, все нормально. Топором я очень медленно рублю, внешне. Но дерево рубится вполне себе нормально, насколько я вижу. У нас с вами есть доски. А вот, смотрите, какое дерево. Может быть, в нем себе развить базу? Getting harder wood. Ну, потому что я так понимаю, что здесь нужно сделать свой топор, чтобы снять дебаф. Но я немедленно копаю. Я могу сказать то, что я копаю вполне себе нормально. То есть, визуально анимация замедлена, но по факту я копаю очень даже неплохо. А что у меня с топором? Efficiency 2. Вот, видимо, из-за чего это работает. Прикольно. В таком случае надо бы с него, на самом деле, снять эту чарку, пока он не сдох. Нет, я не в биокостюме. Я в модной броне. Вот здесь сделаем типа хоум. Enable top. Пойдемте, я сниму с этого топора efficiency. Я не думал, что я буду таким заниматься, но ладно. Потому что мне понравилось, что он работает. Мне нужна моя линза и книженцы, я одна. Все это есть у меня вот здесь.
Lens of Disenchanting и одна книжишка. И все это дело мы сюда вот, блин. Нет, не получится, потому что у меня включен магнит. Блин, 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 блин. У меня появилась книжка Efficiency 2. Совместно с Unbreaking 3 можно сделать себе неплохой такой топорик и не мучиться. Ребятушки, какой у нас с вами есть топорик? Самый-самый мощный топорик, который я могу найти в ваниле. Ну, о, может быть, вот этого где-нибудь пойти найти и убить? Мюрандит, побудь со мною. Нет здесь Мюрандита. Может, он в этих самых, конечно, где-то лежит. Вот здесь. О. Так, мюрандитовый топор. И где-то у меня ведь стояла наковальня, если мне память не изменяет. Или я себе ее куда-то заюзал уже. Блин, опять делать наковальню? А, вот она. Я слепой. Так, если мы сюда положим топор и повесим на него unbreaking и efficiency. Что это будет стоить? 3. Вообще. Эть. Unbreaking 3. Отлично. А чтобы сюда это повесить? Еще 3. Обалдеть. Привет, Залева Супер. Вам здравствуйте. Сири, она прелесть. Сири, ты прелесть. Привет, Сири. Ну что, я хотел с Сири поговорить. Она меня услышала из-под подушки. Эльфочка мой телефон теперь ныкает везде, чтобы я не разговаривал со всякими электрическими девочками. Так, топорик есть. Типа все, да? Поесть и можно возвращаться? Так, где у нас там? Ой, не там выход. А хотя пофигу. Вот там базу мы с вами себе начинали строить. Ой, а только тут темно же будет. Вот, обычный топор, видите, как отлично копает. Просто супер. Еле-еле душа в теле. Сейчас посмотрим, как копает наш модный новый топор. Я просто это хочу сломать, если честно. Вот, все, топор сломался. А этим, смотрите, прям как нормально. И не нужен нам никакой топор из битвина. Прямо этого топора, по-моему, хватит на все. Так, не понял, а как сделать местный верстак? Вот так. Блин, а верстак обычный, на кой черт я его с собой мог бы принести, блин? Видвуд. Что делается из видвуд? Делаются видвуд планкс. А из видвуд планкс что можно сделать? Кровать. Погодите. Все же обычное. Что это такое? Treated wood в basin с rubin. Из cuisine. Какая прелесть. Ну, слушайте, я даже не знаю. Что, реально, что ли, просто делаем печку и все? Или здесь надо делать какую-то свою? Слизи. Да, вот, конечно, с этим самым, с оружием здесь так себе. Прям скажем. Ух ты! Можно сделать как раз муми-бейт. Это то, что нам с вами будет необходимо. И дверь, конечно же. Блин, как это делается нахрен? Из меня кровушка капает. Что? Что, где две? Где что? Да ну дверь-то мне зачем сейчас? Вот конкретно сию минуту. Более того, они не делаются. Я пытаюсь хоть что-то из нее сделать. Вот. Блин, вот так что ли? Арг! Надо было себе все-таки взять какие-нибудь эти-то бандажи. Он меня, по-моему, порезал, негодяй. Сундулечка. Две сундулечки. Бзык, бзык. Так, сюда мы кабл скинем. Сюда мы местное будем скидывать. Да, вот это, конечно... Ну ладно, пусть будет, вдруг на что-нибудь досгодится. И двери. Ништяк, только вот надо бы пойти это... Себе. Немножечко, так сказать, полечиться. А могу ли я? Ой!
Моя дрелька тут все нахрен снесет. Весь Between Lands разберу по кусочкам. Технология против друидов! Вот так сделаем. Пойдемте лечиться. Давайте посадим тростник. Он так будет расти, интересно? Или не очень? Крокодил, я не хочу, чтобы ты здесь был. Ты вроде не агрессивный, пока на тебя не нападаешь, да? Как же мне нравится моя дрелька. А это что такое? А, это вот... А, это еще тростник. То есть нафига его посадил? Его здесь хоть жопой ешь. Там мушки какие-то летают. Ой, а ты что вылез-то? Чудо-юдо. Вылез такой, сидит вообще. Как не при делах. Что делается из этого тростника? Веревка делается. Его можно еще зажарить. В высушенный вариант. Из высушенного варианта можно себе сделать пончик. Можно из него сделать компост. И можно из него сделать... Пончиков, думаешь, наделать? Ну, давай наделаем пончиков. А чем здесь печку кормить? Деревяха, я думаю. То есть, если я сделаю вот так, это же прокатит? Может быть, здесь есть своя печка? Сульфур фурнис. Фурнис. Делается из какого-то Between Stone. Я так понимаю, что это местный кабл или что-то типа того. Где бы нам вкопаться? Ну, это мой дом. Я не хочу копать дома. Буду копать рядом. Не хочу копать. Копай. Не хочу копать. Где мой мегатопор? А вон он, камень-то. Далеко копать не пришлось. Да, серу надо найти. Иначе нам с вами здесь не из чего будет сделать фонарики. Что из дома взять? А, сульфуровые фонарики? Ну, это нечестно. Так, обычные фонарики здесь сразу тухнут, насколько я помню. Да, если я его ставлю, он сразу опаньки и тухнет. И ачивка, да. И фонарик потухший, с которым я... А, я его могу зажечь снова в печке. Обалдеть. Ну все, докопались. Дальше не получится. Сделаем местную печку. Я думаю, если уж мы набрали себе немножко Between Stone. Модную, да? Но учитывая, что она серная, я полагаю, что эта зараза будет работать только на сере же, да? Когда кто-то насерил, она работает, иначе нет. Сульфур фернис. Из нее можно сделать дуал сульфур фернис. А у меня есть на это все. Че же мы с вами... Будем как неандертальцы с одинарной печкой-то жить. Вот, двойную сразу сделаем. И юзерч на нее посмотрим. А юзерча у нее, короче, нету. Угу. Укай. Непонятно на самом деле все еще. Ну да ладно. Так. Видвуд чест мы с вами сделали. Какие-то энергетические барьеры. Да, нам с вами нужна сера. То есть надо как-то идти копать куда-то, да? Ты что, дождь пошел? Это Цвелс, ребятки! Это Цвелс, даже в Between Lands дождь идет. Раз, два, три, четыре. Мне в любом случае нужны эти фонарики будут, когда я полечу в космос, поэтому не пропадут. 16 таких фонариков и 6 таких. Пойдемте попробуем, вдруг кто-нибудь из них работает. Тоже будет ржа. Надо себе нормальный выход какой-нибудь сделать. А это не мохли? Это лужи, что ли? Сейчас. Мы же копаемся. У нас же сегодня копательный стрим получился. Технологии 2, друиды 0. Нет, эти не работают. А вот из Галактикрафта вполне себе работают. Пещерочка. Эть, пещерочка. О, сульфур. Магнитик включен.
А это мосс. А как мне мосс собирать? Он не собирается, зараза. Его что, нужно этими самыми ножницами, что ли, собирать? Я весь прогрешен, то есть сейчас здесь нарушаю, да, как я понимаю? Еще у меня какой-то сумарит. Ой. Это что за... половой орган? Блин. Там пещера в пещере, это опасно. Сейчас копну под собой и все. Был Зиг и нет Зига. Во. Очень хотелось сульфур собрать. Уж извините. Так, сульфур. Можно сделать сульфур торч. Можно использовать вместо жрачки, не жрачки, а питания для печки. А он, в принципе, горит. Сера. Сера горит. Тут очень открытое пространство, я боюсь. Личин какой-то. Или лихин. Лихин, лихин, пихин. Пихин может случиться, если я дальше пойду. Нет, я дальше не пойду. Вот из этого же, наверное, можно сделать... Вот, слитки, да? А из них можно сделать, наверное, ножницы. Во, ребятки. И щит можно сделать. Щит нахрен не нужен, а ножницы очень нужны для того, чтобы сделать мох. Ну, сделать, снять мох. А снятым мохом мы сможем себе устлать свою... опочивальню. Погодите, а я это не могу обжарить в местной печке? А нафига она-то вообще нужна? Что делает эта сульфурная печь? А? Как там вас дальше-то в бублик превратить? Вот, три бублика. Бублик еда местная, поэтому живи-ка-то здесь. Каблы, я думаю, можно будет потихоньку... Давайте мы его прям сразу будем вот сюда выбрасывать. Грибы. Можно здесь томаты посадить. Вообще друидов сломать нахрен. Ножницы хочу сделать и кровать. Ножницы местные. Сирмаритовые. Сермаритовые ножницы? Это что такое? Улитка! Что с ней сделать? Убить и скушать. А в меня прилетает, похоже, когда я пользуюсь этим самым-то. Своим мечом или нет, или он так работает. А у меня нету, она мне ничего не дала. Пойдемте срежем мох. Так, а палочки здесь из чего можно сделать? Вот из этого же, наверное. Кривые какие палки-то. Во, факелов наделали. 16 маловато. Надо еще наделать факелов. Не то. Сорок восемь. Во, нормуль. Так, из этого сделать кровать хочу. Во. Нужно три доски. А? А? О, кроватушка, кроватушка. Ногами к печке. Э? The spawn has been set to this moss bed. Круто. Надо решить вопрос с едой, да? Чем здесь питаются люди? Блин, а что я с собой? А нет, взял факелы. Просто темновато как-то совсем. А еще, ребятки, здесь совершенно охренительно красивая лодка. Ну, это уж я не знаю, как она управляется. Но давайте попробуем ее сделать. Как делается лодка? Так делается лодка. Лодочка! И учитывая то, что мы с вами идем куда-то не очень близко, я с собой возьму, пожалуй, некоторое количество вещей. В сундуке пончики? Пончики. Это не еда. Могу еще есть, да, вот эту пищу, которая испортилась, но что-то не очень хочу. Можно есть грибы. Ну, тоже непонятно, что они дадут. Я хочу вот к тому дереву большому. Ух ты! Окей. А как? А двумя как? А вот это реально прикольная механика. Я только сейчас понял. До меня только сейчас доперло. Клавиша влево — это левое весло. Клавиша вправо — это правое весло. Клавиша лево и вправо — это левое и правое весло одновременно. И никаких вам вперед-назад.
Очень прикольно. Как настоящая лодка. Там, смотрите, еда ходит. Это же еда, да, улитки? Поставил. А как мне с нее спешиться? Я понимаю, я улькнусь в воду. Лодочка. Да блин. Не видно еще ни хрена. Лодочка, пойдешь со мной? Эй. А, да, у меня же колечко. Улитки, а это кто? Ой, блин, а вот это как раз, смотрите, это дерево с резиной. Сэп 3. Надо было сделать себе ведро, наверное, сразу. А у меня с собой все есть. Фу. Погодите, хватит. О, во, из чего можно сделать верстак-то местный. Смотрите, какой прикольный, красивый. Правда, из него, наверное, все вываливаться будет, да? Надо сделать ведро, да? Как делается ведро? Там что-то еще на него было нужно. Рид роуп. Рид роуп — это 3 свомп рида. Я, по-моему, улитка здесь пытается что-то со мной сделать нехорошее. Свомп рид. 3 штуки, чтобы сделать веревку. Это веревка же? Веревка. 3, чтобы сделать ведро. А теперь как-то нужно отсюда выкачать смолу. Видимо, без этого. Can be used as a rubber. Right clicking on a rubber tree. Но это же rubber tree? А это что такое? Hard grow в логу. Давайте тоже себе соберем. Тебе что-нибудь нужны они? Где они? Hard... Что? Господи. Давайте срубим. А, из него получается ball of sap. О, мы здесь можем делать из него даже ball of sap и sludge jello. Sludge jello. Как ты делаешься? Sludge jello. А, это пережаренная эта хрень. Из этого тоже можно сделать еду. Окей, собираем это дерево. Может быть, мне даже повезет, сейчас я из него саплинг добуду. Что за звуки? Как будто в ком-то из друидов проснулся инженер и потрогал свою машину. Так, лодочка. Нам с тобой предстоит сложное задание. Доплыть, блин, назад, блин. Не туда. Ничего, я научусь. А, так погодите, мы с вами проплыли через свой портал же, да? Нафига я так сделал? Через эту лодочку плавает? Плавает, хорошая лодочка. Ать. А? Блин. Меня пугает то, что я из этой лодочки все время в воду вываливаюсь. Никуда не денется, стоит себе. Так, сап 3 саплинг. Один оставим, один посадим. Где бы нам здесь с вами посадить саплинг? Я думаю, вот здесь можно посадить саплинг. Саплинг, расти. Так, надо сделать какую-нибудь еды из этой штуки, да? Там что-то нужно было... Давайте, кстати, на палочках, что ли, действительно дальше в таком случае жарить. Вот так? Нет? Нет. Что там с той можно было сделать-то? Вот это как получить? Обжаренный сладж-бол. Сладж-бол! Ой, я дебил. А сладж-бол-то это что такое? Это, видимо, с кого-то дроп, да? Нет. Это сладж-бол, он, видимо, с кого-то падает, собака. Ball of sap можно съесть, да? Идемте дальше. Ух ты! У тебя жопа горит. У него правда жопа горит, я не виноват. Не туда. Не плавается. Тут немножко агрессивных мобов мы уже видим. И я, кажется, вижу что-то похожее на мини-данжик. Вон, смотрите. Не знаю, что это, но я хочу собрать там вот какой-то блок, кажется, металла. Ой, там крокодил подо мной, смотрите. Не буду я его трогать. Эй! Idealized! Ачивка. Идеализированный. Идолоизированный. Строить нет, не могу. И жрать тоже не могу. В лодке можно только плавать. Черт. Это вот здесь ближайшая, да? У нас с вами этот самый-то ближайшая земля. То есть я отсюда как-то должен до туда вот. Что это было? А я с собой блоков не взял, я молодец. Но у меня есть моя верная дрель. Если у меня есть верная дрель, у меня всегда есть блоки. В рюкзаке тоже блоков нет. Я не ношу блоки в рюкзаке. Там инструменты. Важные. Сколько там набрал? Даже, по-моему, немножко переборщил.
Ну и ладно. А вот туда хочу, да? Кстати, вот эти вот пончики так не кисло дают-то. А, Bull of Sap нам восстанавливает какую-то вот эту вот непонятно что. То есть их, наверное, имеет смысл есть. Слэб. Блок актина какого-то хочу. Это явно металл. Еще блок актина. Как же мне нравится моя дрель. Я не думаю, что всем мальчикам нравится моя дрель. Так, а что из этого можно сделать? А, ну, во-первых, это металл. Что из этого можно сделать? Меч! И инструменты. А это что такое? Purifier! Что такое очиститель? Смотрите, он может что-то сделать. Сила у него так себе. Я думаю, очиститель нам с вами жизненно необходим будет. О, смотрите, какая штука. Так, ну-ка тебя дрелью. Дрелью-то, смотрите, как его дрелью-то дрелит. Здесь вам магия друидов не поможет никакая. Конечно, от сверла-то магия не спасает. Бзззз. Стрекозель. Клуб. Я стрекозу бью. Не могу в клуб. Она мне дала крылышко стрекозы. Удивительно. А это что? А, это стрекоза сидит, ё-моё. Стрекоза. Ты что ж делаешь-то? У меня теперь три стрекоза крыла. Три стрекозы. Три крыла стрекозы. Во. Я потерял лодку нахрен. Это кто такое? Это что такое? Это ты не охренела ли? Существо поганое. Не того ничего, только отравила. Тварь такая. Ой, геккончик. Так, ничего не знаю, пойдемте брать геккончика. Пойдем. Все. Мне нравится геккончик. Сачком его надо. Лодка-то моя. Блин, а как сделать сачок? Эй, он убежал. Как сачок сделать? Вот этот? Три палки и редроупы. Редроупы. А давайте сделаем сачок. Единственное, что палок надо бы где-нибудь взять. Так у меня нет ни одного дерева с собой, как ни странно. Вот, представляешь, сам в шоке. О, лежит, смотрите, нет, не выпадает. Какое-нибудь дерево, хоть какое-нибудь. Не знаю, зачем мне столько палок. Но в любом случае, сейчас потихоньку нужно идти в сторону дома. Не хочу, он красивый. Я, правда, некуда его деть, но я могу выбросить каблстоун. И вот это. Геккон! Геккон! Я его слышу. Только я не понимаю, откуда он орёт. Нет, он делает... Типа, я тебя поймаю? Будешь со мной жить? Это я думаю, что он будет делать, если его поймаю. По-моему, я видел его в жопу. Вон она. А где он? Во. Для еды есть. О, великий зиг инвентаря. Не то слово. Пойдемте домой. Избавляться от зига инвентаря и, наверное, будем потихонечку заканчивать стрим. Так, лодка опять не влезла, да? Вот, теперь влезла. Ой-о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 й
Какая ты оперативная статуя, или кто ты? Привидение. А чё он уж... А! А где оно? Ой-ё. Чё это было, я не знаю, но мне не понравилось. И он ещё ничего не дал. А мы... О, блин, это же вот эта дурацкая земля, да? Ах! Ты что сделал? Где ты, умертвие? Лесное.
Да гай, гай! Иди на гуй. Да вообще. Так, 4 металла и редроуп 3 штуки. Редроуп 3 штуки, металлы 4 штуки. Так, геккончик, ты будешь стоять вот здесь. Его туда просто засунуть, да? А? Ой, сидит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, ребятушки, а на этом, собственно, мы с вами, с геккончиком, будем прощаться. Я уйду, так сказать, за кадр. И уже увидимся в следующий раз. Это будет, скорее всего, завтра. Если, конечно, ничего не случится, то ждите завтра. Что касается времени, обычно, как обычно, смотрите в ВК, но, скорее всего, тоже будет в 4 часа по Москве. Крайне рад был здесь вас всех сегодня приветствовать. Большое спасибо всем, кто сегодня подписался, переподписался, зафоловился, да и, в принципе, просто посмотрел стрим. Я надеюсь, то, что к завтрашнему дню я еще все-таки починю нотификатор. А мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч, как обычно, всем счастливо, ребятки и девчатки. Пока!